Здесь такие колоритные животные, что я решила еще одно видео сделать. Тоже небольшое. Вот я прохожу вот в такую... Ну, это не загончик, это вдоль загона. Вот эти данки, ослики, нас увидели, подошли к нам. Труженик. И вот еще потемнее. Так, и вот я хотела показать, вот они какие рогатые-то. Вот какие. Лонгхорн, по-моему, они называются. Коровы. Эти ослики за мной идут. Серенький и серенький. Темно-серый, светло-серый. Вот они, лонгхорн. Красавец. Что еще скажешь? И вон он тоже. И вот такая пыль сегодня. Ну, эта миссия, конечно, большая. Ее так просто не обойдешь. Это, наверное, и не полчаса заснимать. Вот на солнышко я вышла. Вот она миссия. Какая. Все это вот они строили, испанцы. Я не думаю, что это все потом перестраивалось. Но, может быть, починилось. Так, свиней не видно. Но зато вон лошади, лонгхорны и ослики. Ну, пока. А вот это вот оливы, что ли? Вот на полу валялось, прям на оливы похожи были.